Осень, унылая пора, отчей очарование. Любимое время года поэтов, философов, романтиков, меланхоликов и пилотов дронов. Смотрите, какая красота, даже в укатанном в асфальте городе. В этом выпуске с помощью Fake GPS снимем ограничение мощности передатчика в Mavic Mini американской версии стандарта FCC. Благодаря этому дальность полета увеличится в несколько раз как в поле, так и в городе. В конце протестируем данный результат. Всю процедуру нужно проводить без сигнала GPS. Например, дома, в подземном переходе, можно накрыть дрон фольгой или использовать USB-подавитель сигнала GPS GLONASS. Приложение DJI Fly должно быть версии 1.1.2 и ниже. Версия прошивки дрона не имеет значения. Скачать приложение DJI Fly версии 1.1.2 с Google Play уже не получится. Скачать можно вот на этом сайте, ссылка в описании под видео. У меня была установлена версия DJI Fly 1.1.8, очистил кэш приложения и удалил. Устанавливаем DJI Fly версии 1.1.2 и входим в свой аккаунт. С Play Market скачиваем любое приложение Fake GPS. На Android устройстве включаем параметры разработчика. Как это сделать, показано вот в этом видео. Переходим в пункт «Параметры разработчика». Приложение для фиктивных местоположений. Выбираем ранее установленное приложение Fake GPS. Включаем геоданные на телефоне. Запускаем приложение эффективного местоположения, в котором задаем точку на карте, выбираем Боливию или Калифорнию. Включаем подмену GPS координат. Проверим на Google карте. Готово. Подключаем телефон к пульту. Включаем пульт, запускаем приложение. Включаем дрон. Какое-то время надо подождать. Выскочит сообщение о смене сетевых настроек. Именно это сообщение будет сигналом об удачном снятии ограничения мощности передатчика. Как узнать, что магия произошла? В самом приложении ничего не поменяется, просто запускаем дрон и тестируем на дальность. Также мощность передатчика можно замерить с помощью вот этих устройств. После такой подмены координат, Fake GPS можно отключить и DJI Fly обновить до последней версии. Сетевые настройки не слетят. Я выхожу из подземного перехода, дрон ловит GPS-сигнал, получает реальные координаты, вылетает сообщение «Выключите дрон», но сетевые настройки не изменяются. Все, пора тестировать. Ранее без Fake GPS в городе удалось улететь на 1 километр, и это хороший результат. Обычно 500-700 метров, и связь теряется. В поле удавалось улететь на 2500 метров. Слева отображается тест дальности без Fake GPS, справа с Fake GPS. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.